Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Скайрим. В последней серии мы взялись за очень сложное дело. Нам нужно освободить брата одного местного паренька. Вот отсюда из того морского плена, как вы видите, придется пилить через всю карту. То есть путь не близкий, по дороге нам нужно зайти вот сюда и убить главарей. Так что нас ждет довольно-таки большое объемное приключение. Я думаю, это будет интересно. Так, давайте еще раз посмотрим. Все, пора двигаться. В принципе, у меня припасов вполне неплохо. Теперь надо вспомнить, как отсюда выйти. Добрый господин, не найдешь пары лишних септимов? Тебе что ли? Че еще? Ты чего на меня пялишься? Ага, как скажешь. Так, тут у нас кузнец, ты девушка. Либо возвращаешься покрытой славой, либо не возвращаешься. Если хочешь чего, я не говорю. У нее комплекс неполноценности. Этот титул за Йорлундом серой гривой. Погляди. Ну давайте посмотрим, что она умеет, что у нее по оружию есть. Железные стрелы. Оруч, меч. Ух ты! Это хорошо. Сколько он стоит? 869. Блин, я все деньги потрачу, у меня 3 септима останется. Хорошо. Ладно, давайте теперь продадим. Скажем, вот эту секиру. Вот эти два охотничьих лука. Этот топор и вот этот кинжал. Кроме того, продадим. Я думаю, все-таки кожаную броню надо оставить. И, в принципе-то, что, все вроде? Если... Да-да, если. Так, оружие. Это мы тоже, пожалуй, добавим в избранное. И вот это добавим в избранное. Все. Загляни в магазин. Так, так, хорошо. Подожди, теперь мне еще нужно поставить нормальную броню. Главный убор. Кожаная броня. И, в принципе, блин, сколько всякого мусора, который надо было бы продать. Ничего. Хочешь поговорить со старой женщиной, м? Сделать свое доброе дело на сегодня. Какая пакость. Так, хорошо, выдвигаемся. Я надеюсь, наша лошадка не пропала, хотя она, конечно, была ворована, так что надежды на это, честно говоря, мало. Честно, купленной лошади у меня нет. Ну да ладно, заработаем еще. Так, железная стрела и имперский лук горения. Пора выдвигаться, крошить бандитов. Так, вон там у нас было стойло, туда нам и надо. Ну, где мой честно сворованный конь? Да, похоже, его нет, похоже, он пропал, потому что он где-то вот тут должен был быть. Мы, конечно, можем купить нового, но не сейчас, потому что у нас банально нет денег. Так, а ты случаем не извозчик? Подвести. Я могу отвезти тебя в столицу любого владения. Ладно, не надо. Не сказать, что прям очень уж далеко. Нам сюда идти. Так что выдвигаемся.
Так, нам сюда или сюда? На какой из этих двух маркеров идти-то? Ага, все правильно. Теперь мы идем как раз сюда, куда нам нужно. Кстати говоря, где-то здесь были бандиты, поэтому надо быть осторожным. Релет. Я не хотел с ней встречаться, она мне вообще не понравилась, какая-то вредная баба. Ладно. Видимо, вот этот дозор... Тихо. Че, у нас там пожар? Лось, ты как-то странно стоишь. Так, что у нас тут творится? Какого хрена? Твою мать, только не говорите, что здесь дракон побывал. Эй, живые есть? Да, похоже, тут уже ничего. Нет, назад. Он до сих пор где-то здесь. Он схватил Хроки и Тора, когда они просили сбежать. Он? Кто он? Дракон? Они на Скинарет. Вон он возвращается. Оп. Так, быстро внутрь. Че, фонарил, что ли, братень? Твою мать! Так, давайте-ка мы наверх поднимемся, потому что я чувствую... Я вообще чувствую, что нам хана. Давай, где ты? Чё, хапнул? Так уж и страшно, да? Нет! Ну это было несложно, совершенно вообще легко, как-то без проблем. Но суть в том, что он просто не атаковал лично меня. Вы его прикончили. Его я прикончил. Так, ну... Ух ты. Подожди. Откуда у тебя шлем? Мне не нужен этот шлем. Стальная стрела. Драконья кость. Драконья чешуя. Золото. Железная стрела. Это он, видимо, съел одного из них, поэтому все это в нем. Магии выберите крик «Безжалостная сила». Так, сейчас мы отойдем подальше от этих людей и попробуем свой крик. Мы опять, похоже, по сюжетному квесту случайно прошли. Что ж такое? Так, магия, крики, «Безжалостная сила», избранная. Чтобы крикнуть, нажмите Z.
смотри, всю магию сжирает сразу. Ну ладно, это было прикольно. Тихо, подожди. Есть идея. Хотя все, он уже спугнул я его. Так, ладно, сохранимся. Это хорошо. Так, вон у нас олень. Олень, иди сюда. Ну ладно, это, видимо, просто как знак арт в Ведьмаке. Так, тихо. Ты кто такой? И нужно ли мне тебя трогать? Чё это за знак вообще на карте? Пожалуй, тебя обойду. Ты вроде как... Ой, ты тут не один причем. Вроде как ты мне не по зубам пока. Так, хорошо. Где-то вот, судя по всему, вырисовывается... Подожди, это что? Ворочий меч. Что за звуки? Это он так звучит? Да. Видимо, хорошая вещь. Так, вот у нас крепость. Конечно, лучше было бы к ней подойти с темнотой. Ну ладно уж. Сохранимся. Главное, что я тут понял, что надо почаще самому сохраняться, потому что здесь... Ух ты, краб. Здесь автоматически сохраняется только при входе на новую локацию. Так, тихо. Попаду я с такого расстояния, ой, сомневаюсь. Ты что, на оленя охотишь, что ли? Дурилка. А, понятно, когда целишься, значит, сдувает энергию. Опа, добрый день. Еще есть пациенты? Сдался тебе в оленя. Так, ладно, потихоньку будем пробираться. Раз он такой тупой. Да чего у вас творится, народ? Блин, меткость у меня, конечно. Бляха-муха. Я сдаюсь! Я сдаюсь! А! Нет! Только не так! С
Смотри, их начал довольно-таки неплохо сдувать мое оружие. К чему бы это? Так, 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 ничего хорошего у тебя нет. Вообще без проблем, в принципе, я с ними разобрался. Конечно, где-то здесь тусует, собственно, главарь, который, я думаю, будет гораздо более крепким орешком. Ой, зачем я взял? Ну ладно. Так, ну чё, выходи. Или мне, судя по всему, да. Мне придется еще под землю лезть. Вроде как поблизости никого-то нет. Ой-ой-ой, братья. Но все еще не могу привыкнуть к лавамыши. Какие-то вы, блин, не такие. С вами вообще проблем нет. Так, что у тебя есть? Стальной боевой молот неплохо стоит. Золото. Железная стрела моя. Хорошо. Золото, бухло, 19 стрел, в принципе, все. Малец-то не от меня, может быть, чей угодно. Ни монеты ржавы от меня не получит. Ты где вообще, рогатый парень? 60 золотых, хорошо, зелье тоже отлично. Бочки моркошка. Нет, нет, помидоры нам не надо. Везде мед, мед, мед. Сложно им что ли пиво варить время от времени? Тупые пчелы со своим тупым медом. Ты как? Вражеский или дружеский? Тут кто-нибудь есть? Конечно, было довольно-таки неожиданно, что она не смогла тут пролететь. Но приучиваемся к местной механике игровой. Будем знать. В принципе, отсюда можно уходить. Но куда ведет вот эта дверь? Интересно же. Ах, скотина. Да, блин. Ладно, ладно. Да что ж такое, три отмычки уже просрал. Ой. Вы меня убиваете. Надо привыкать, конечно. На клавиатуре чувствительность гораздо... Супер! Чувствительность гораздо ниже. Не так точно чувствуешь. Ух ты! Видели добавочной магии. Что там еще за зелье? Здоровье. Раствор здоровья. Зелье регенерации. Полезно. Куда это все ведет? Я думаю, наружу. От
травы, упадок сил. Блин, сколько всего хорошего. Так, ладно, что у нас в сундуке? Прочная железная броня, вес 35. Стоимость 200, это хорошо. Да и в принципе все похоже. Жареную рыбу убийцы я, пожалуй, брать не буду. Так, ладно. Тут у нас что? Куда мне нужно сдавать этот квест? Понятно, опять Ковиничи. А я думаю, в этой серии мы как раз с этим и займемся, заодно продадим весь мусор. А следующий уже пойдем туда дальше. Дальше по второму квесту нашему. С тебя я все взял, нет? Да, все. Погнали! Жалко, конечно, нет лошади. Да ничего, переживем. Че, ребят? Крабовое мясо. Охота. Хитин. А, ну, хитин, не знаю, хитин мне, наверное, не нужен. Думал, сейчас отведаем вкусный, вкусный, нижний, нижний. Крабовое мясо. Но не тут-то было. У нас уже опять вечереет, похоже. Ой, ты. Бежим, 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 бежим. Твою мать. Так. Твою мать. Меня порвали. Великаны по большей части мирные создания, пока потенциальный враг держится на расстоянии, не трогает их мамонтов. Понятно. Ладно, так, что у нас здесь-то было? У нас золото. Нормально так сходили. Я, знаете, как думаю, ребят, мы, наверное, сейчас прекратим эту серию. Я пока за кадром схожу, продам весь хабар. А потом уже в следующей серии мы начнем ровно с этого же самого места. И двинемся дальше, вон туда, вдаль. Так что, в принципе, на этом все. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.